Здорово! Тема этого видоса – как донатить в WhatBlitz. Ни для кого не секрет, что в свете последних событий и наложенных санкций все возможные варианты прямой оплаты, донатов, покупок в игре недоступны. Будь то ПК-клиент, Android или iOS-устройство. Что же делать? Как теперь деньги с мамкиных обедов могут попасть на очередной развод от ВГ в виде кейсов? Выход есть! Я лично искал способ, так как мне выпало очень сочное предложение, а именно 20 сертификатов на X5 опыта за 100 рублей. Иди пожи, говна! А я как раз таки качал ветку в ZZ-121, и уж больно было лень играть на стоковом вазике 120. Но сейчас не об этом. Порыскав в интернете, я таки смог найти лазейку без потерь в комиссии с оплатой со своей карты. Прошу учесть, что это не реклама, я лишь маленький нонейм челик, который смог оплатить свою покупку, проверив ее на лично своей шкуре. А данный способ почему-то никто еще из топовых блогеров не озвучивал. Так вот, есть такой сайт, как FunPay, эдакий Авито в мире игр, где ты выбираешь услугу, товар, оплачиваешь. Сайт выступает в роли гаранта за очень скромную комиссию. И только когда ты получаешь то, что оплатил, деньги получает продавец. Да-да, в этой всей схеме никто тебя не наебет. Художественный фильм спиздили. Суть в том, что ты можешь так донатить на любой аккаунт. Тебе для этого нужен комп с клиентом Steam. Можешь попросить у друга, если вдруг у тебя его нет. В Steam есть торговая площадка, на которой продается всякий игровой хлам. И вот там есть позиции за 15-20 копеек. Короче говоря, до рубля. Мелочев. Да, именно копеек. Вроде экранов, загрузки в Доте и тому подобном. Вы с продавцом выбираете дешевый хлам, через который будете совершать платеж. Такой хлам обычно падает бесплатно, так что он так или иначе валяется в инвентарях. Если его вдруг нет, то твой друг или ты 100% покупали какие-либо игры в Steam. А там всегда остается у тебя какая-то мелочуха в виде копеек. Можешь на эти копейки его поискать. Только перед этим проконсультируйся с продавцом. Твой продавец с FunPay находит эту вещь, и ты выставляешь его на торговую площадку за сумму, которую ты оплатил на FunPay, то есть на сумму твоего пополнения. Твой продавец с FunPay находит эту вещь, покупает ее, и у тебя на Steam кошельке появляются средства. Вуаля, поздравляю, ты обошел все санкции и пополнил кошелек Steam, с которого ты можешь купить нужный тебе набор, товар в самой игре. Для этого просто заходишь в саму игру, авторизируешься в своем аккаунте, обязательно запусти игру через Steam, то есть на самом компе. И все, твоя покупка пройдет с кошелька Steam. Давай для наглядности покажу пример, как это делал лично я. Я обратился к человеку на FunPay, который этим занимается. Мне нужно было пополнить на 200 рублей баланс Steam для покупки в танках двух наборов. Мы определились с предметом. Я оплатил на FunPay заказ на эту сумму. Сумма у всех продавцов, к слову, может быть минимальной. Я оплачивал именно на 225 рублей, так как мой продавец сказал, что это у него минимальная сумма. Нашел схожий с необходимым предмет в своем инвентаре. Выставляю его на продажу на торговую площадку. Причем, внимание, за те же оплаченные 225 рублей. То есть продавец еще берет комиссию торговой площадки Steam на себя. Он находит мой лот продажи и покупает. После чего на моем балансе появились деньги. А дальше уже и в ангаре танков был куплен нужный мне набор. Надеюсь, я никого не запутал и достаточно просто и понятно все объяснил. Но все же, если вдруг у вас будут какие-либо вопросы, пишите в комментарии. Я постараюсь ответить по мере возможности. Вроде видос получился не очень длинным и весьма актуальным. Такой схемой сейчас пользуюсь лично я сам, так как считаю достаточно безопасной. Никому никаких ни логинов, ни паролей передавать не нужно. Все открыто и на поверхности. Тем более FunPay — это не типичный сайт кидала, а весьма народный и старый ресурс. Всем спасибо за просмотр. Если вдруг я вам помог, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Ну и можете, конечно, подписаться или даже залететь ко мне на стрим. Но это уже мелочи. Легких вам побед, господа, и мирного неба над головой.